стране будет создана Семипалатинская зона ядерной безопасности. Сегодня в Мажилисе был рассмотрен соответствующий законопроект. Цель – обеспечения радиационной и экологической безопасности на территории бывшего Семипалатинского испытательного полигона и прилегающих к нему территориях. В настоящее время Семипалатинский испытательный полигон расположен на территории трех областей. Это затрудняет наблюдение за действиями людей, которые приезжают сюда, за событиями, происходящими на территории в целом. Работы по реабилитации и восстановлению сверхнормативных загрязненных мест полигона не ведутся. Нет четких показателей и по уровню радиоактивного загрязнения, так как не ведется постоянный мониторинг. Для решения этих и других проблемных вопросов разработан законопроект по созданию Семипалатинской зоны ядерной безопасности со специальным правовым режимом. В качестве уполномоченной организации по управлению сверхнормативными загрязнениями полигона предполагается назначение Национального ядерного центра Республики Казахстан подведомственного Министерству энергетики. Эта организация была создана в 1992 году указом первого президента на базе комплекса бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона и соответствующих объектов.